Всем привет, дорогие друзья, с вами Даша, это канал Сам Солнышко Плей, и сегодня мы продолжаем проходить Lunacy Saints Roots. Продолжаем узнавать, что же там за тайну хранит наша семейка. Поездка в Сент-Рот. Старинный особняк Сент-Рот возвышается подобно стражу, но за таким фасадом должны таиться секреты. Это то, что мы с вами в прошлый раз не успели прочитать. Ну ладно. Так, в прошлой серии мы с вами активировали рычаг, да, вот этот вот сделали, электричество у нас появилось в доме, теперь можно... Теперь можно, в принципе, пошарахаться, поискать, что тут в доме-то вообще есть. Надо не забывать свечки зажигать. Короче, тут, когда откроешь менюшку, вот, здесь показываются, в общем, всякие задачки, ачивки. Вон, зажги свечи 10 из 30, занесите все портреты, имена, фамильное древо. Я вообще забыла про то, что у нас есть фамильное древо. Давайте посмотрим, может, он что-нибудь интересное. Так, стоп, чуть за сердце, не поняла. Так, карта. Вот, фамильное древо. Ух ты! Какие красивые, смотрите. Это мы, видимо, находим, когда фотографии какие-то. Мы вот заполняем... Как раз таки древо. А Джордж Ротс, это я, да? Это я? Джордж. Так, у нас электронные двери вот здесь были, да? О, подождите. Не открыть. Как я скучала по этому блакт. А как я тогда отвечу на звонок? Извините. Так, может быть... А, смотрите... А здесь вроде... А, нет, здесь не было... Да ёшки, матрёшки. О, вот, открылись двери, смотри. Носок чей-то валяется. А, двое носков. Есть у меня один знакомый. О, свечечка. Ой, да что такое? Я что-то уже забыла все управление здесь. Свет же можно включать теперь. Сейчас два раза. Кресты какие-то. Так, вас... Опа! У-у-у! 853, это что такое? Че за... 853 же, да? Ну, как будто выделено. Давай попробуем. Ой, ой! А чё так много зверяток? Найди ключ от комнаты 1. А куда вот этот код-то? Блин, мне звонок уже бесит. Куда код-то вставлять, так сказать, комната 1? 853. Ну хорошо, ладно, мы с тобой запомнили, наверное. Но это не точно. 853. Давай окошко закроем, нам уже не надо, чтобы люстра раскачивалась. Так. Ну, я вроде не помню, нигде не видел какую-то шкатулку, там ничего подобного. О! О, господи, алло. Аллен, наконец-то дозвонились. Детектив Миллард, это вы? Это я, Джордж Роудс. О, Джордж, здравствуйте. Не ожидал, что вы доберетесь так быстро. Я застрял в пути из-за дождя. Кстати, вы же встретили моего напарника? No, нет, I didn't see anybody around. I suspect he's been late, just like me. Не волнуйтесь, я скоро приеду. I'll make my way over there in no time. Да не торопитесь, я пока погуляю. Хорошо, до встречи. Слушай, а откуда... Стоп, откуда тут вообще электричество, мне интересно. Так, еще одна фотография, смотрите. Кто это у нас? Какая-то милашка. Какая-то милашка. Что такое? Полночь, что ли? Стой, подожди, час? Два. Два часа ночи. О-о-о. Дом-то прям разваливается, мне кажется. Везде манекены. Вот в каждой хоррор-игре, в каждой манекены. Так что у нас тут интересного? Пусто. Пустота. Второй этаж мы с тобой не попадем. Что-то какая-то это захламленная квартирка. Пусто.
Так, мы сейчас туда сходим, сначала осмотримся здесь. О, вот еще фотография, смотри. Хм. Милахи. О! А, нет, ключ. Комната 1, все, нашли. Так, как там читать-то? Забыл. Ой. Недоставленное письмо Гарри. Дорогие Лилиан и сынок, боюсь, это последнее письмо, которое я напишу. Я решил дать отпор чудовищной и чрезвычайно опасной силе, способной уничтожить все, что мы знаем. Дорогой Джордж, сынок, знай, что папа всегда будет гордиться тобой. Я сражаюсь ради твоего будущего. Чего? Это мой папа написал? С какими-то с демонами какими-то сражается, что ли? Зачем? Locked. Да как это, блин, со всех сторон закрыто, что ли? Слушай, интересно. Ну, скорее всего, какая-то дьявольщина. Там же, помнишь, мы читали с тобой, что какие-то сатанистские обряды. Ну, то есть они сами, что ли, вызвали эту сатанистскую хрень? Че за прикол? Так, хорошо. Ой. Безымянные пальцы поцарапаны, на них есть углубление. Найти обручальное кольцо, чтобы открыть дверь. Найти кольцо невесты, найти кольцо жениха. Нифига себе. Это очень оригинальный замочек. Слушай, ну, опа. Ну, скорее всего, одно из колец как раз-таки, наверное, будет в какой-то шкатулке, которую мы с тобой откроем по кодовому замку. Где только их искать? Я надеялась, что открыл. Здесь же периодически что-то открывается. Кто-то ху... Кто там ходит? Я не понимаю. Я здесь одна. Не открылась. Блин, ну могли бы уж мне открыть тогда. Так, ладно, мы можем же... Стой, подожди! У меня же есть ключ, да? Наверное, здесь, может быть, и найдем. Похоже на спальню. Почему тут свечи горят? Вот. Стоп. Оп. Так, посмотрим. Опись хранилища, вес, количество. Доставка мясных туш 500 килограмм. Доставка мясных 75. Короче, какие-то мясные души. Ой, туши. Пришлось купить 8 туш в соседнем Уэлсмарте. Мои запасы опустели, а мне нужно продолжать эксперименты. Вчера все привезли и разместили в хранилище без всякого шума. За доставку свежих туш пришлось заплатить посреднику кругленькую сумму. Однако разложение повредит эксперименты, а у меня не осталось шанса на ошибку. О! Стоп, это что за ключ? Смотрите, сарай на улице? Ладно. Думаю, открывать дверь где-то за пределами особняка. Чуть за пальцы. Что? А, о! У! Фига себе. И что это не дало? Ёб твою мать! А! Стоп, а я. А, ну блак так блак. Давай. Скажи, что-то застряло. Придется избавиться от ржавого замка силой. Нужно что-то найти, чем сломать, да? У нас ничего нет. Нет, мне не кажется. Спасибо, конечно, я бы сама вышла. Так, ладно. Там мы с тобой посмотрели. Ну что, отправляемся в сарай. Ну, дом огромный, очень большой дом. Что это такое? Опять радио? Мы с тобой настраивали уже. Вот опять эти дьявольские голосишки. Блин, странные ребята. Так, сарай. Стоп, а мы с тобой, по-моему, видели сарай. Тут, что ли? Вот это, да? Да. Так, посмотрим. Замочек. У нас есть ключик.
Не. О, так, вот эти туши, про которые мы читали, но они что-то попортились немножко. Эксперимент не удался, видимо. Так, ладно. Давай посмотрим, что тут. Ничего. Так, бумажки. О, у-у-у. Это, видимо, поможет мне взломать тот замок. Отлично. Полезный инструмент, конечно, но судя... видимо, он на один раз будет, скорее всего. Так что... А, ладно. Вроде... А, чё? Здесь даже не записки, ничего. О! Добрый вечер. Прикол. Вы же не против, я тут это пройду вот так вот аккуратненько. Стоп, свежих туш. Он не упоминал, животные это были или нет. Стоп. Там же еще писалось, что пропало много... Эй! Там же писалось, что пропало много людей. И... Походу, туши свежие. Он писал туши. Это про людей было. Ну, сатанисты проклятые. Обычно все. Так, нам нужно наверх теперь. Пролезть в ту маленькую дырочку. Вот здесь. Так, ну давайте. Вот это да. Чик. Угу. Сломался, неудивительно. Инструмент ветки. Я тоже не удивлена вообще ни разу. О, клетки вон какие-то. Офигеть. Ой, господи. Так, это какая-то другая часть дома. Что это? О! Вот это, по всей видимости, наш код. 853 там было. Да? Нет? Сменить коль... Серьезно, что ли? Нет? Интересно. Так, ладно, сейчас будем разгадывать эту загадку. Так, это какая-то шкатулка. О, пальчик нашли. О, отлично, мое. А что, можно было прям сразу пальцем взять, мне кажется? Мы закроем. Что за... О! Ну ладно, я думала, мне показалось какой-то странный звук сзади меня. Так, это моя кто? Ну, кто-то. Мы сейчас запишем, наверное. Какая-то тетка. Но мы эту тетку уже видели. А, вон еще фоточек, смотри. А что-то они вообще не подписаны, ничего. Ой. Так. Я вроде не... Вроде как не заполняю. Так, мы с тобой здесь все смотрели. Да. Нам нужно понять код. У меня, знаешь, какие... Блин, закрыто. У меня, знаешь, какие подозрения есть? Там, короче, были пальчики. Ручки, точнее, как раз 3 штуки. Может быть, они говорят о том, как, какие цифры брать? Вот, смотри. Так, 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 типа. Ну, снизу как-то, да? А там такого нет. 853. Может быть, 358. Давай попробуем 358. Может, наоборот? О, стоп, так тут вон еще один пальчик. Подожди, а где второе кольцо тогда? Так, давай, 3, 5, 8. О! Гений, гений! Эй! Эй! Найдите код, найдите ключ к шкатулке, да вы чё? Блин, у меня нет. О, расчёсочка, смотри-ка. Взять? Взять? О, волосы, а зачем? Я видел, как женщина-призрак расчесывает волосы, когда... я видел, как женщина-призрак расчесывает волосы, когда она исчезла, забралась с расчески, должно быть, они принадлежали духу. Это для того, чтобы его изгонять потом, что ли? А где я ключ-то найду теперь? Ключик. Ну, как будто бы он должен быть здесь, нет? Хотя, с какой стати?
Хм. Где может быть ключ? Тут она меня заперла. Ну сейчас у меня как-то нет идей, куда идти. Так, найдите ключ шкатулки. Ну, по-любому кольцо жениха или кого там, да? Жениха, да, оно находится как раз-таки в этой шкатулке. Где найти ключ? Но это должна была какая-то дверь открыться, либо еще что. Опа. Ладушки. Этот шкафчик так и не открывается. Он и не открывался. Так, хорошо. Locked. Так, что-то шумит снизу. О! А, стоп, так оно было открыто. Мы с тобой заходили сюда, да. То есть мы можем... О! О, она нам шкаф открыла, смотри. А вот этот ключ... Здесь, наверное, Там пусто. Обманул меня. Обманула. О! А меня так просто не обманешь. Все, можем открыть теперь. Это дух... Подожди. Так, вот это мужицкое кольцо, точно. Вот это... Всё. Эй! Да ёпт! Серьёзно? А, господи, а чё вы меня путаете? Я ж подумала, там ключ надо. О, нет! Подвал! О, слушай, тут уютно. Уютнее, чем во всем доме. О! Какой-то камень. Что это? Заметки Эдварда. Устройство для межпространственных путешествий. Сие устройство весьма затейливое изобретение, созданное посредством сочетания кристаллов, содержащих загадочную силу. Если должным образом положить на него крест, произойдет удивительное превращение. Всякому, кто захочет отправиться за границу этого мира, следует быть готовым к самым непредсказуемым последствиям, поскольку в этом невероятном измерении творятся невообразимые вещи. Так, у нас что, тут портал в ад какой-то был открыт? Фига себе подвал, блин, охренеть. О! Забираю. Старый бокорез, думаю, он еще говорит, резать провода. Спасибо за намек. Ну, поехали, что. Какая-то темница прям. Необычный подвал. Темница. Хм. Слушай, ну здесь могильник. Здесь захоронение прям. Оу, щит. Мне же не надо этот ритуал повторять. Можно свечку зажгу? Ха! Но это дьявольщина. Кажется, это странное устройство не работает. На нем есть углубление в форме креста. А как? Я должна узнать, как этот девайс работает. Интересно. Стоп, а если я не хочу, зачем мне вообще вот эту штучку использовать? Она же меня куда-нибудь принесет, куда я не хочу. Это как-то странно узнать, как работает механизм. Но это, видимо, надо находить какие-то эти записки. Так, а дамочка мне подскажет еще что-нибудь? Любит закрывать меня. О, книжки пропали. Книжки были. Так, что-то мне глюки какие-то начались. Blocked. Всё blocked. Подожди, что нам надо искать? А, стоп, мы что-то еще не могли открыть, да? Какой-то замок. Нам нужно найти ключ от шкатулки. О, алло. Слушайте, идите к колодцу в кукурузном поле, под ним катакомбы. Там вы найдете то, что ищете. Скоро мы поговорим снова. Эй, постойте, кто это? Вот черт. А это точно надо? Ну ладно. Все, я пошла, дорогая. Поищи там пока ключ. Стоп.
Подожди, это... Что это? Колокола? Я был полно уверен, что дверь заброшена. Ой! Стой, а куда идти-то? Сюда, походу. Какая-то часовня. Так, еще какой-то могильник. Айрон Скотт. Так, здесь нет прохода. Ой, очечки надо протереть. Так, ладно, идем. Мы чтобы открыли здесь короткий путь. Ой, нет, здесь это сральник. Стоп, подожди, я туда иду вообще? А, мы сейчас пройдем так, все нормально. Сейчас просто налево надо будет повернуть. Так, давай-ка, оп. Ух, все. Да все, хватит. Стой, я же здесь проходила, по-моему. Так, все, нам прям, потом налево. Что-то мы как-то в обход пошли. Ладно. Как получилось. Так, вот, здесь налево повернуть нужно. Сюда? Где? Так, а как я здесь пройду? Подожди. Здесь заперто. Блин, надо обходняк искать. Ну, вон какая-то секретная тропа была, которую я пропустила каким-то образом магическим. Пробуем там пройти все-таки. Местечко так себе. Не самое милое. Вот где эта дорога? Вот как бы тут. Вот. Вот. Вот сюда, да? Да-да-да, вот кукурузная... А? А нам туда? Нет. Или хочешь пойти, да? Пойдем посмотрим. Ой. Так, и что это? А, это мы с тобой... Здесь какие-то ритуалы проводили. Здесь, видимо, надо ритуал провести. Интересно. Блин, кукурузные поля обычно ни к чему хорошему не приводят. Как правило. Так, колодец, окей. Кто меня сюда звал? А, нифига себе. Угу. Ничего не боюсь вообще. Слушай, здесь еще... А, да, там же стали катакомбы. О, крестик заберу. Заберу. Я нашел странный крест колодца у кукурузного поля. Похоже, кто-то специально его бросил туда. Но зачем? Знать бы. Вопрос хороший. Так, здесь на что? А здесь все. Ой! 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 Я пропустила! Там какой-то монстрик был. Какой-то человечек. Ладно. Ой. Хм, похоже на костницу в этом. Вот на горе. Примите крест механизм. А. Чё-то мне кажется, плохая идея. Ну, потому что там явно дьявольщина какая-то происходит. Зачем нам крест туда применять? Чтобы заритуалить это все, а зачем? Так, где мой туалет? Ага. Ну все, я уже всю дорогу знаю, все запомнила. Так, а где там крест-то был? А, все, вправо, в комнате, в подвале там.
Милая, я дома. Блин, меня этот манекен каждый раз пугает. Мне кажется, это опять эта баба стоит. Так, ручки. Эй! Да хорош! Ой. Открой! Назад повернуться надо. Ой, она упала. Ой. Ой. Что творит? А можно мне открыть? О, наконец-то. Не, ну это нечестно. Я эти сраные кольца искала сколько. Они не хотели мне открывать. Ужас. Да. Looks like this curious device isn't working properly. Кажется, это сразу на нем есть углубление. Так это мы с тобой и сделали. А теперь нам нужен камень вставить. Повернуть. О! Ой, ой, ой! Ну все, портал в ад открыла. Ну, спасибо большое. Фонарик здесь будет полезен, с маслом поглощает свет. Доберитесь до входной двери. Это так предсказуемо было. Ой. Как-то все поменялось. Не, ну типа нафига? Open, open. Так, это входная дверь, ну вот вроде. А, стой, нет. А-а-а. Ой. И чё я за режим активировала, не поняла. Так. Нет, открыть. Ну как бы да. Хорошо. А как открыть? Я иду на шум. Можно музыку? Нет, не работает. Ну все, отключись тогда. Блокт. Блокт. Блин, кринж. Ой! Это что за тени ходят? А вы можете мне открыть, пожалуйста? Заходите. Слушай, их там много. Это, может быть, какие-то души, которые были принесены в жертву. Но мне, очевидно, надо найти, чем разломать. Так. Что за шум? Какой-то шум слышу. Ай. О, здесь тоже закрыто. Ха. Интересно. А здесь не открылось. Так, а что мне делать-то? Ну, смотри. Доберите до входной двери. Я же добралась. Ну, вот она. Вот она. Блокт. Тоже блокт. Все блокт. Блокт. Я так же ругаюсь. Че ж тут еще делать-то? Подожди, здесь закрыто. Здесь довольно ограниченный. О, вот сюда было не пройти. Стоп. Но это вот эта штучка, которая для ритуала, что ли, нужна. Я ее второй раз уже встречаю. А здесь закрыто. Какой смысл, что они меня сюда пустили? О, стоп, вот это другое место. Тут я не была. Ты что, сразу не пошла сюда? Ой! Нет, а чё? Такие вредные призраки, они каждый раз не дают поиграть. Каждый раз заиграют во всех играх. Может, я музыкант? Ой, картина обезображена. Кажется, один фрагмент специально отрезали. Найдите пропавший фрагмент. О. Так, пропавший фрагмент. Мы не могли его где-то видеть? Не
на, посмотрим. Ну что ж, друзья, я предлагаю на этом моменте пока заканчивать. Вот. Продолжим с вами искать фрагмент следующей серии. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока-пока.